Привет, меня зовут Петр, и сегодня мы будем рассматривать гитару Crafter ML Rolls Plus. Верхняя дека сделана из массива ели Энгельмана, обечайка, и нижняя дека сделана из массива палисандра. Накладка на гриф тоже палисандр. Хочется отметить, что нижняя дека и обечайка сделаны из массива палисандра. Это придает гитаре дополнительные низкие частоты, то, чего так часто не хватает другим акустическим гитарам. Модель ML Rolls имеет пьесодатчик и встроенный тембро-блок с четырехполосным эквалайзером, а также тюнером. Гитара представляет юбилейную серию фирмы Crafter, имеет уникальную инкрустацию на накладке грифа, также на розетке. Инструмент комплектуется жестким кейсом.